Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героев. Ну что, наверное, начнем с ежедневок. Так, посмотрим. Нанесите 5 единиц урона героям, используя карты антигерой. Так, разыграйте 3 ягоды и выиграйте многопользовательскую игру. Так, антигерой, значит, да? Антигерой, это у нас... Ну, у нас, в принципе, есть... Что за растение? Что за зомби? Антигерой. Так, насколько я помню, по-моему, у нас тут вот антигерой есть? Есть. Вот антигерой у нас. Ой, блин, куда я смотрю-то? Сюда же нужно смотреть. Блин, а здесь нету. Твою налево. Подожди, ну... У нас тогда на зомби антигерой должен быть. Здесь у нас есть... Так, бесенок, дай-ка я гляну. Что у тебя тут? Антигерой, где? Где у нас есть антигерой? По-моему, вот это вот, да? Если я не ошибаюсь, он имеет... Вот, антигерой, да. Ну, давай возьмем его вместо... Вместо кого? Вместо чего? Сюда его, что ли, взять? Раз, два. Ну что, попробуем за бесенка сыграть вот за этого. Я не знаю, что у нас получится, но нам нужно разыграть этих антигероев. Блин, и как раз еще и против нас Бонгчой, зашибись. Это специально, что так сделали? Я не пойму. Да ну хорош. Твою налево, опять ничего. Мой. Ну все, друзья, тут заведомо уже мы профукали, получается. Ну что я тут сделаю? Ну. Вообще ничего не могу сделать. Еще не легче. Ну, если, например, подставлю вот так вот. Еще как влепил. Так, что я могу сюда поставить? Да. Ну, давай сделаем вот так вот. Бонусная атака. Ага. Ну и что это получается? Фигня, ребят, получается. Сейчас он мне звезданет. Ну и, конечно же, при гибели нанесет урон. А-а-а. Да. Ну, ребята, тут понятное дело, почему я проиграл. Потому что ты посмотри, что у меня в руке было. Третий ход, как минимум. Третий ход. Ни первого, ни второго, ничего не было. Даже, хотя бы вот пират бы был бы вот этот вот в бочке, уже было бы поинтереснее. А так... А так все это полная фигня была. Так, ну что, я здесь пропускаю ход. Смотрим, что он там будет выставлять. Выставим тогда, наверное, двух. Ага, вот так вот он делает. Ну, давай посмотрим. Встанет, нет? Отлично. То есть мы еще и выигрыш получаемся, да? Давай дальше думать. Ну, если, например... Нет, так пока не будем, наверное, делать. Пропустим ход. Интересно. Ну, если я сделаю, например, вот так... Подсолнух вызвал, да? О, как. Ну. Ну, тратиться он, наверное, не будет, скорее всего. Давай сделаем так.
Да и все пока. О, роза. Роза вылезла. Так, что мы тогда можем сделать? А мы, наверное, сделаем... А мы, наверное, сделаем вот так вот. Ага, просматривает. Рикошет. Ну, допустим. Так, у нас сработать должна защита, по идее. Верно? Верно. Так же, как и у него. Угу. Пам-пам-парарам. Ну давай я сделаю вот так. И вот так. Превращай давай. Пускай тратит. Ой, как хорошо-то. Как хорошо, как хорошо. С одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Пойдет. Угу. Годится. Парарарарам. Так, что мы сделать можем? Давай, наверное, вот так вот поставлю. Так, цветочек. Ну и все. Все, друзья мои. До свидания. А знаешь, что самое противное? Что я антигероев не разыграл. А, нет, подожди, одну... Нет, не разыграл. Да, не получилось мне разыграть. Но зато выиграл многопользовательскую игру. А разыграть это... Вот, кстати, за ягоды, точно. Точно, друзья мои. Вспышка на солнце. У нас... Не то. Нет, не то. Мне нужен именно антигерой. Антигерой у нас есть. Где же он? Так, подожди, или я путаю? Вот. Вот он, ребята. Вот этот вот антигерой, в принципе, нам и поможет. Что-то у меня с грибами связано. Наверное, вот это удалим. Это уберем. Ягоды. Зачем мне это-то, не могу понять. И вот это тоже тут не нужен. Раз, два, три. Молекулярочку возьмем. И клубника здесь есть. Так, что ли, сделать? Еще одну клубнику взять. А эти у нас есть? Есть. Подожди, вот этого не хватает у нас. Так тут дофига чего не хватает, если честно. Вот этих у нас не хватает здесь.
Это, короче, все полностью надо колоду переделывать. Ладно. Этот нам здесь не нужен, получается. Вообще не нужен. Лаву Гуаву взять и этих, что ли? Ну, как-то так. Я попробую, ребят. Я не даю гарантии, что что-то получится, потому что колода создана, так скажем, наспех. Только лишь для того, чтобы разыграть нам вот этих вот... Не вот этих. Нету здесь тех парней, которых нам нужно разыграть. Блин, а нафиг это я взял? Ё-моё, а. Дай мне, пожалуйста, солнечный удар сразу же. Я прошу тебя, дай солнечный... Нет. Дают ерунду. Против него плохо, ребята. Если я поставлю эту ягоду, он ее бомбанет. Бомбанешь же, да? Я ведь знаю, что бомбанешь. Заклинашку ты потратишь обязательно. А вот видишь, у него есть. Опять же мне нечего поставить. Ну что я тут влеплю? Давай сделаем вот так вот. Не знаю, зачем они вообще у меня в колоде нужны были. Минус два, минус два. И все? Странно. Может быть, он почуял подвох? Он, наверное, почуял подвох, друзья мои. Так, что он сейчас может сделать? Да дофига что может сделать. А будет ли он тратиться? А вот это уже другой вопрос. Тратится. И это хорошо, ребят. И это хорошо. И это замечательно. Вот так вот. Окей. Уничтожает. О, ладно, пускай уничтожает. Так, два в лицо. Потом у нас есть, если что, микс фруктовый. Фруктовый микс. Фруктовый микс. Еще заклинашку потратил. Так, и последняя заклинашка, которая у него доступна, это, ребята, два подтанцовщика. Это вдруг, если кто-то не знал. А давай я сделаю вот так, наверное. И вот так. Чтобы он тут не мешался просто мне. Наносит две единицы растения всем. Вот так вот он сделал, да, значит? Ну, допустим. Допустим. Так. Сделаем так. И... вот так.
Две единицы всем растениям. Давай, вперед. Что там у тебя еще в закромах? Ага. Так. Это тебе не поможет, парень. Это тебе не поможет. Ну что залагало, заглючило? Тебя умоляю. Так, сейчас выставит этих подтанцовщиков. О, хорошо-то как, ребятушки. Хорошо-то как делает. На тебе. Балбес. Просто балбес. Сыграл на арку, нормально. Хорошо. Мне понравилось. Так, ну что, мы отыграли? Да, ребят. А. Нанесите 5. Блин, нанесите 5 единиц урона, используя. Нужно 5 единиц урона, оказывается, было нанести. А видишь, у меня не получилось, ребят, потому что он уничтожил растение мне. Он мне его просто-напросто уничтожил. Ну, что-то тут вообще как-то. Выставить на первом ходу я, конечно, никого не смогу. От слова совсем. Ну давай, ставь кого-нибудь. Так, ну что у него там есть? У него есть летучие мыши, да? О, нет, это же Нептус. У нее осьминог. У нее вызывается осьминог. Не знаю, может быть, на спортивной колоде у нее там, фиг ее знает. Оу. Что-то мне вот это уже не нравится, ребят. Что такое, что у него там есть в закромах? М? Хилки? Неужели... Нет, но Нептус на Гаргантюа не играет. Играет в основном бессмертие на Гаргантюашках. Ну, это тоже интересно. Вот даже как. Угу. Значит, вот так вот. Как мне его бомбануть, я даже не знаю. Мне, в принципе, можно потом поставить молекулярку. Он может ландшафт поменять, верно же? Давай сделаю вот так вот. Ну-ка. Сумоист. Ну и кого ты, сумоист, позовешь? Ягоду. Понятно. Так, два. Ну, конечно же. Ну, конечно же, защита срабатывает, ребят. Ну как же по-другому-то? О! Вот он, долгожданный друг, который нужен мне. Ну и кто там у тебя? Охончий угодья. Блин, опять у нас не получится, ребят, поставить, к сожалению. К сожалению, да? День рождения, блин. Спрятал. Довольный такой, спрятал.
Так, кукуруза. Куда мне ее использовать? Я даже не знаю, ребят. Дело в том, что у меня нету ни клубники, ничего. Так, одну единицу за зомби-герой за каждое растение. Раз, два, три. За каждое растение, да? Два хп. Поехали. Ой, какой ты молодец. Ой, какой ты молодец. Давай, поехали. Так, гаргантюахи, да, значит, хочет выставлять. Я только об этом могу понимать. Семерочка. Ну что, ландшафт меняем. Получается, да? Хи-хи-я! Сделаем так и сделаем вот так. Угу, и куда ты его переместишь? Так, ну, сработает сейчас защита, как ты понимаешь. А вот что дальше делать? Так опять же, мне нужна не победа, ребята, мне... Ой, зачем он это делает? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, два... А, нет, не два в лицо. Пока не буду тратить. Призадумался, да? Я тоже, кстати, призадумался, если честно. Угу. Вот так вот ты делаешь, да? Ну, давай я тебе помогу. Убивай. Мне не жалко. Ну, даже так, какая разница, еще лучше даже. Безумие, да ради бога, хоть 200 безумий делай. На, влобешник. Блин, я все не могу разыграть. Почему оно мне не выпадает, а? Твою налево, блин. Я хочу разыграть, ребята, у меня не получается. У меня все не получается никак разыграть. Вот опять же, выпадает, но не то, что нужно, ребят. Вот оно, наконец-то. О, даже два. Даже два. Ну, блин, я не знаю. Я пока не буду, ребят, ставить их. Опа. Опа, опачки, опа, пулечки. Давай проверим. Есть у него чем подбить? Нету, получается, да? Но он взял энергию. О как, о как. Угу, уничтожил. Все, я тебя понял. Так, грибы и клубнику.
Ага, у него, смотри, 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 смотри. Смотри, что у него здесь. На тебе. Такс. Опа, что он берет? Еще и зомби перемещает сюда. Вот он как, ладно. Эх, ладно, друзья, мы что я могу сделать? Ну, так, 4. Два гриба и 4, да? Ну, в принципе, как варик. Не, парень, убери свою фигню эту, пожалуйста. Как бы сейчас не до нее. Поехали. Ну понятно, что это не железо. Вот, вот это еще выживет. Блин, у него сейчас, наверное, защита сработает. Нет, пока не сработало, ребят. Пока не сработало. Кого же он может поставить? А кого мне поставить? Клубнику? Клубнику куда? На что его? Фруктовый микс. 3 единицы. Ну, взял он этого. Дальше что? 2 карты у тебя всего. 2. Так, этого перемещаем сюда. А этого перемещаем сюда. А там уже смотрим, ребят. Бонусную атаку. Так. Ну, у него сейчас перемещение наверняка будет. Или кровожадность, скорее всего, перемещение. Угу. Итого 3 хп у него осталось. Ну, а дальше, я думаю, наверное. Хотя, подожди. Подожди секунду, сейчас подумаю. Ну все, ты успокоился на этом, нет? Давай сделай так. Вытягивает карты. Но я сомневаюсь, что он возьмет заклинашки, ребят. Хотя... Кровожадность. 3 в лицо, 3 в лицо. Все, до свидания. Получил свои звездюли. Но, по-моему, мы, ребята, 5 единиц урона так и не нанесли. По-моему, там... Да. 5 единиц не нанесли, только лишь 3 единицы урона нанесли. Блин, у меня не получается все их, блин, разыграть. Твою налево, а. Ну что ты будешь делать? Ой-ой-ой-ой-ой, с профессором-то, с профессором-то. Банан. Банан. Ну, я знаю, что... Что он не любит бананов. Никто не любит бананы. Они очень коварные. Банана! Пить-пить-пить! И сам знаешь, что происходит дальше. Дальше происходит трэш. Ну, Гилай. Не, ну профессору можно проиграть. Если он на заклинашках будет, то скорее всего, ребят. То скорее всего, видишь, он... О, сразу шаманство, ребят. Сразу шаманство. Можно сказать, что ему повезло, причем крупно. Заклинание, блин. Ну что, поставлю банан, наверное. Уж не знаю, что он там может с ним сделает. Посмотрим. Так, он берет дополнительную энергию. Пум-пум-пум-пум-пум.
Если я выставлю этого, он, скорее всего, его звезданет. Зомби, который любитель приземляться, скажем так. Давай сюда вот так поставим. Но тут-то он должен среагировать. Хоть как-то. Кого-то выставить должен же. А, он наносит 2 единицы растениям. Слушай, ну потратился. Потратился, да, нормально. Вот. Мы пока бананчики с тобой набираем. А вот это вот плохо. Вот это вот, ребятушки, плохо. Угу. Все, да? Это попандопало меня. Вообще мало интересует, если честно. Я вот не помню, срабатывает ли. Нет, ребят, не срабатывает. К сожалению, не срабатывает. Ладно, уберем его отсюда, чтобы не мешался нам здесь. Еще чиркнем этого, наверное, да? Погнали. Погнали. Было бы 2 клубники, могли бы тут такое бы устроить трио. Так, что-то он ничего не стал делать. Почему-то. Давай так сделаем. Наверное, куча заклинаний у него, скорее всего. О, беспилотничка. Беспилотничек. Так, ага. На изменку, да, чувак, подсел? Чувак подсел на изменку. Это и видится, это и чувствуется. Так, ну что, бомбанем сюда. И бомбанем, наверное, вот сюда. Ну и плюс ко всему сделаем вот так вот. И отсюда. Угу. Ну и что ты сделаешь, парень? Давай посмотрим. Так, 2 в лицо там получает, да? Получает. На. Ханыга. Ну, нормально. Только опять же, ребята, мы... Не нанесли урон, который нам нужен. Вот в чем проблема-то. Какая-то прям проблемище. Просто нанести 5. Нам даже не 5 единиц, нам нужно 3 единицы урона нанести. Вот он лежит, стоит. Вот давай так попробуем. Да. Ну вот смотри, опять же, что вытворяет, а? Ладно, ребят, я все-таки нанесу ему 3 единицы урона. Даже несмотря на то, что, возможно, я проиграю. Вот, видишь, как он бомбашит. Ну-ка. Да ладно, блин, грибочки. Ну куда вы встали? Ну, ё-моё, ну.
Да, сейчас защита сработает. И начнет. Будет бесят вызывать или нет? Не стал. Ребята, он не стал вызывать бесят. О, как. Придержать, что ли, пока? Или бомбануть? Я, наверное, придержу. Угу. Размещает, да, все-таки? Все-таки размещает. Ну, как раз есть на ком оторваться, ребят. Как раз есть на ком оторваться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это ж надо такой фартануть, а? Так, три в лицо, да, получается. Так, у него 4 хп там всего остается. Всего 4 хп. Так, виноградина, спасательница ты моя. Как раз этих в минус, в расход, да, запустим. Давай, поехали. Вот так вот. Оп, красиво. Пускай там что хочет делает. Терновый кустик. Давай-ка я так бомбану сюда ему. В таблище. Ну, а дальше посмотрим, что он там будет делать. Молодец. А этот? Не хочешь? А, рикошет. Давай. Все, до свидания тогда. Тогда до свидания. Что я могу еще сказать? Да, ребята. Наконец-то я выполнил эту... Это задание. Фью. Долго. Но согласись, вспышка на солнце сегодня хорошо отработала. Вообще четенько. Так, ну а теперь сюрприз. Что у нас там? Колоды для слабаков. Вместо этого на каждом ходу оба игрока шаманят случайную карту. Шаманят случайную карту. Ну, конечно же, я буду, блин, против капитана Огонька. Вот молодцы. Шаманит случайно. Да что такое-то? Ну, это несправедливо, на самом деле, ребят. Тут обмен тупо появляется, получается у нас, да? Ну, давай я сделаю вот так вот. И вот так вот. Угу. Так, этот прокачивается, да? Так, наносим сюда урон. Наверное, я так понимаю, скорее всего, у нас получится. Как тут лучше сделать-то? Давай вот так вот сделаю. И... Вот так. Расколет он меня. Блин, у него, наверное, фруктовый микс там выпал. Одних ягод нашаманил. Ну что, ребят, нам придется туда... А я не удивлен этому. А я этому не удивлен. Влупляем. Хорош. Поехали.
Так, пошла работеночка. Блин, ну это уточка. Ладно, уточку поставим на воду. И, наверное, сделаю вот так. Да и вот так тоже сделаем. А он же там вытаскивал карт, ребят, наверное, просто от души. Сколько у него там было ягод? Ну, ты видел. Ну, этого мы в расход выпустим. Вот сейчас что, бонусная атака? Ничего не стал делать абсолютно, ребят. Будем с воды его тогда бомбить. Потихоньку, потихоньку, но... Но вот это вот, ребята, нашаманил тоже мне. Ну что это такое? Ну... Ох, ё-моё. Если он будет этих бомбить, эти будут прокачиваться у нас. Да ты запарился своими ягодами-то уже. Ну серьезно, сколько можно-то? Плюс 2 получает Арсения. Поехали. Че он там? А, плюс 4. К атаке, да, дает? Понятно. Плюс 4 дает он к атаке. 3-8 уже. Хм. Опа. Вот эта карта хороша, ребят. Надо только как-то успеть ей воспользоваться. Как-то успеть ей воспользоваться. Я знаю, что вот этот зомби ему не дает покоя. Да ты заколебал, ребят. Ну разве это не читерство, а? Столько, извини меня, ягод уже навыставлял. Вот это будет похуже, конечно. Так, что у нас здесь? Минус один получает. Поехали. В кого сейчас прилетит? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Что мне тут сделать-то? Я даже не знаю. Я даже не знаю, что мне тут сделать. Давай, наверное, вот так вот. И вот так. Сейчас ему вот этот чувак не даст покоя, да? Скажет, ё-моё, выставил, он пробивает, блин. Ага. Бонусная атака у тебя там еще должна быть. Удвоение. Ну ладно. И это все? И это все, ребят. Так, на всякий случай поставим. Так, давай ему 3 в лицо. Прям давай, вот 3. На, неблокируемый. В кого? В кого прилетит? Только не сюда. Нормально. Добор, конечно, будет. Добор будет, ребят. Ну, а что поделаешь? Так, ну что же нам делать? А почему он добор не стал делать? Непонятно. Он 6, да, стоит? 6. Он стоит 6.
Ну тут понятно, три в лицо зарядит. Это однозначно, я не знаю, если он, конечно, прикроется каким-то образом. Не знаю, каким там он образом может прикрыться. Сейчас мы посмотрим, что он придумает. Блин, сейчас фруктовый микс, да, вытянет. Я, кстати, очень удивлен, что у капитана Огонька именно ягоды. Ну, дальше. И все на этом. Ну, так до свидания тогда, ё-моё. Чё ты мне мозги-то компасируешь там? Давай ему. Ой. А... разве так должно быть? Разве так должно было быть это все? Хорошо. Давай посмотрим, что он здесь предпримет. Допустим, вызвал ты опять ягоду. Клубнику. Я понимаю, у тебя микс фруктовый появился. Дальше что? Прочерки ты на всех ставишь? О, даже как. О-о-о. Ну тогда получай. Тогда получай, гаденыш. Прямой наводкой. Прочерки он там решил, мне вздумал ставить, а? Ты посмотри на этого щегла. Совсем, смотрю, нюх-то потерял. Да, друзья мои, а мы с вами выполнили это задание. Очень понравилась мне сегодняшняя игра. Да, был первый проигрыш у нас в первой катке. Ну, а дальше все пошло как нельзя хорошо. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.